Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Ну что, продолжаем заниматься ерундой. Сейчас мы с вами пойдем. Что-то там опять несчастный. Господи, какие вы уроды. Так, сейчас мы с вами пойдем прокапывать мостик. Мостик дружбы к нашему основному врагу, которого нам надо победить в этом полуфинале несчастном. Так, что у нас тут? Ну, что у нас тут? У нас тут мостики. Мостики. Главное просто не переусердствовать. В принципе, мне вот это вот все не нужно. Мне нужно только украсть основные артефакты, которые здесь спрятаны. Которые мой противник почему-то не хочет забирать. Я их как бы заберу сам в таком случае. И после этого мне нужно будет здесь выстроить систему обороны какую-то. Такую, причем очень неплохую систему обороны, потому что нападать мы будем вот примерно откуда-то отсюда. Он вот там защитился, но мы оттуда нападать не будем. Мы нападем там, где он не защитился. И вы скажете: господи, какая ты коварная сова вообще просто. Как ты можешь так поступать с человеком? Да, ребята, вот такой вот я урод. Так, текущий ритуал, ладно, фиг с ним. Хотя можно вампир вон сделать. Ладно, не будем пока. Так, пока не будем. А, вон, у нас тут денежки, кстати, поперли, я смотрю. По-нормальному. Так, что тут у нас? Нас тут нападает, кстати, нет? Нас нападает, не нападает? Тут на нас нападает, но не сильно успешно. Ладно, давайте сделаем тюрьму все-таки. В которую хоть кто-нибудь поместится. И сделаем где-нибудь здесь пыточную. Которую тоже хоть кто-нибудь поместится. Ну, вот так вот. Как-то вот так вот примерно. Давайте мы их спрячем. Как вам такой вариант? Так, рыцарь. Ну да, они уже второго уровня. Короче говоря, они-то будут, типа, с каждым разом, типа, все сильнее и сильнее. Я так понимаю. Так, ладно, вот эту сюда выкинем. Крыску пока оставим. Они будут сильнее, сильнее. Так, куда я там прокопался? А, они сюда могут напасть? Это мне не нравится уже. Так, это мне уже не нравится. То есть мне нужно вторую часть тоже защищать, типа. Угу. Так, ладно, надо это все зарыть назад. Мы это разрыли совершенно напрасно. Да, совершенно напрасно мы это все разрыли. Нам сюда не надо, ребята. Не знаю, конечно, может идти туда захватывать, но вообще нам туда не надо. Чтоб ты знал. Хотя, тут вот штука. Может, мы, наверное, за штукой туда и, собственно, и лезли. Да? Да, мы, наверное, за штуку сюда и лезли. Так, штуку забираем себе сюда. Ну, вообще, когда он здесь прокопается, его не остановит. То есть он, в принципе, может мне напасть на мой осколок. Но, с другой стороны, хер с ним. Даже если он один осколок заберет, еще один-то останется. Поэтому это все не важно. Так, здесь мы что? Здесь мы прокопались сюда маленько. И теперь нам нужно захватить вот здесь плацдарм, на котором мы будем делать штуки для нападения. Но для начала, перед тем, как мы здесь все захватим, надо здесь сделать немножечко предварительных оборонительных сооружений, так скажем. Так, вот это вот надо забрать. И вот это надо забрать. Так, вот это тоже надо забрать. Теперь здесь нужно изменить немного структуру, по которой мы туда будем пробираться. Надо здесь сделать небольшой лабиринтик такой. Чтобы здесь не было сильно простого маршрута. Плюс здесь надо сделать вот так вот вещь. Делаем здесь несколько систем решеток, для того, чтобы, опять же, было не сильно просто здесь ходить. Так. Я боюсь, что все-таки вот на этот осколок отсюда пойдут ребята. Скорее всего, не пойдут. Но, ладно. Я думаю, что мы как-то с ними сумеем справиться. Так. Вот здесь вот мы делаем защиту. Ну и здесь, соответственно, мы должны наделать всякого тоже. Всякого разного. Вот здесь у нас будет основная система для нападения на него.
Вернее, здесь, наверное, даже будет основная система защиты, а нападение будет чуть подальше. Так. Вот этот мы заделываем. Вот это мы заделаем, вот это мы заделаем. И вот это мы заделаем. Чтобы нам потом не надуло в спину. Теперь здесь. Здесь мы тоже ставим колодец. Колодец, 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 колодец. Короче говоря, это у нас будет основная линия обороны. За спиной которая. А, у меня золота нет. Я думал, нет маны, а у меня нет золота, оказывается. Угу. Ладно. Сначала вот это надо сделать. Хотя бы сделаем вот это. Так, решетку. Даже на решетку нет золота. Успех. Я просто живое олицетворение успеха. Денег у меня прям вообще нет. Надо вот эти деньги забыть. Да? Можем добыть эти деньги? Да, можем. Я думал, что с бесконечным золотом мне это не пригодится, но нет, мне это пригодится. Решетку атакуют? Какую решетку атакуют? Где? Нет, я нашел артефакт. Где атакуют решетку? Здесь? Как они до нее дошли? Ни хрена себе! А ты охренел вообще? Слушайте. А как он сюда пробрался? То есть, их, понимаете, как их много теперь. Вот оно чё, ребята, смотрите-ка, тут прям серьезные мероприятия нас ждут. Они реально становятся все сильнее и сильнее. Они, правда, все погнили, к сожалению. Да. Так, но он, тем не менее, дошел... до решетки. Ладно, надо ускориться тогда в таком случае. Раз он дошел до решетки. Потому что дальше будет только хуже. Мы, в принципе, можем закончить все защитные сооружения. Да, можем закончить, да. Почему бы и нет. Так, все защитные сооружения мы закончили. Завершать текущий ритуал. У нас нет текущих ритуалов. Так. Эти штуки надо защитить. И вот эти. Вот здесь у нас будет проход, а вот там проход не будет. Так, пушки. Пушки, соответственно, мы тоже защищаем. Здесь у нас тоже будут пушки. Маны не хватает. Теперь маны не хватает. Окей. Все-таки колодцы это не панацея, как выяснилось. Я думал, что колодцы это панацея, но, видимо, все-таки нет. Так, где тут у нас? Так, бомбарда комплит. Надо захватить вот эту часть теперь. Будьте так любезны. Не-не-не-не, стоп, это не надо. А, нет, надо. Надо, это надо вот это вот защитить. Вернее, заменить на защищенные. Так, заменить на защищенные. Так, вот здесь у нас будет... проход. Вот так у нас будет проход. Да, вот так у нас сюда будет проход. Проход, состоящий из таких вот вещей. Да, там у нас будут пушечки в конце. У нас там... Я смотрю, у нас там импов уничтожают периодически. Потому что мана свободная... потихонечку у нас появляется, хотя я, в общем-то, ничего для этого не делаю. А, кстати говоря, я могу что-то для этого сделать. Есть какая-то штука, которую можно построить, чтобы манна была. Я вот только не помню, где она строится. Так, опаляет ближайших врагов на несколько секунд. Так, это что такое? Создается ловушка... Где-то была, где-то я видел канитель, которая увеличивает запас маны. Вот, сокровище с маны, дает 50 дополнительных единиц маны, максимум до 2000. О, вот это мне нужно, за 5000 золота. Так, дополнительно маны мы сделаем. Теперь здесь у нас что? Теперь здесь у нас чего? Здесь у нас огромные волы, которые надо доделать.
Так, давайте посмотрим, что у нас происходит. А, ну да, смотрите-ка. Они все, как бы, все сильнее и сильнее становятся. То есть, наверное, все-таки ледяные ловушки мне пригодятся. Морозилки. Морозилки мне, видать, пригодятся. Да, вон, они идут, как бы, но они доходят в итоге. Смотрите, какой он успешный. Он прям вообще успешный, товарищ. И здесь его еще и не бьет ничего вдобавок ко всему. Так, интересно. Интересные дела. Так, значит, нам нужно немножечко сбросить импов. Допустим, вот так вот. Сбросить импов, и вместо сброшенных импов здесь наделать ловушек ледяных. Получается, что так. Вот в таком виде у нас должно быть тогда наше подземелье. Да, вот в таком виде оно должно быть. Что-то у нас... Я думал, сейчас вылетит игра. Так, что у нас тут должно быть? И у нас тут надо еще проделать дырку. Проделать дырку, которая будет вести вот сюда. Так, дайте мне импов немножко. Угу, так, да, сокровище с маной мы сделали. Таверна, пес с ними. Вы, короче, без таверны перебьетесь, ребята. Вот что я вам хочу сказать. Блин, у меня 4000, они набалдеть. Сколько нужно денег? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что там происходит? Ничего хорошего тут не происходит. А подожди, он... Что он хочет здесь взорвать? Так, я понял, ладно, хорошо. Хотя хорошего-то, конечно, ничего там нет. Так, это мы надо... Ага, он все-таки нападет на мое ядро. Да, и совсем не там, где я его ожидал увидеть. Это значит что? Это значит, что нам надо напасть на него. Да. Нам нужно напасть на него. Причем напасть на него надо очень быстро. Давай, реплейсмент сделай, пожалуйста, мне. Да, пока он тут не отвоевал у нас все, надо у него немножечко охладить его пыл, так скажем. Да, давайте забейте его санными тряпками. Пум. Да, что-то вы не с той стороны только у меня оказались, ребята. Угу. Так, реплейсмент доделали? Доделали реплейсмент. Эта скотина тут бьет опять все, а? Вот тварь. Так, ладно, надо укрепленную тогда стену здесь сделать. Надо тогда сделать здесь укрепленную стену. Где мои... А, ребят, я всех призвал. Я понял. Я их сам всех призвал на защиту. Так. Ой-ой-ой. Так, а там у меня, по-моему, уже защищенная стена. А может, не укрепляю? Я не помню, какая у меня там стена. Так, блин, у меня теперь денег нет. Твою мать! Так, быстро, ребят, давайте накопайте мне по-быстренькому. Быстренько накопайте мне золотишко. Вы хоть одну штуку принесли? А, вы как-то с последнего этого начинаете строить. А, все, у меня деньги появились. Отлично, у меня появились деньги, поэтому пришло время сделать нападение. Коварное просто. Да нет! Да не может быть. Сколько он стоит? Все. Погнали. У него все отберем. Так, отберем у него все. Я действительно собираюсь напасть на твой осколок. Я прилагаю все усилия для этого. Не надо меня обижать. Он типа считает, что я напал вообще по-лоховски на его осколок. Хотя, возможно, она так... Ой, господи, возможно, она так и есть. Бейте осколок, короче, не обращайте ни на кого внимания. Просто бейте его. Так, вы бьете его, да? Давайте, чуть-чуть осталось. Эй, так, все, теперь сваливаем.
Сваливаем нахер. Сваливаем нахер домой, потому что нам сейчас придет краюк здесь. Да, я понимаю, что мы, да, дохнем просто как... Блин, они восстали еще, вот уроды. Да я знаю, что они умирают, а что я могу сделать? Я понимаю, что они умирают, но шансов никаких что-то по-другому сделать, что я могу сделать. Да, да, я знаю, что они помирают, но, блин, я же говорю, у меня нет никаких шансов. Смотрите тут сколько вот этих золотых уродов. Так, Архонт, давай ты отойдешь. Под защиту пушек, под защиту колодцев, под защиту всех на свете. Давай. Так, а что тут у меня ребята делают? Ребята у меня тут ничего не делают. Так. Давайте. Идите сюда. Я дам вам тумаков. Ох, ёпта. Я дам вам тумаков. Надо вот это бы заделать назад. Так, хорошо. Непосредственно я атаковать не могу. Я могу атаковать только через... Надо вот это вот мост продать. Или нет? Не, не будем пока. Нет, продадим все-таки. Окей. А если мы сходим вот сюда, вот он здесь хочет у меня... Ладно, ладно, все, все, я отменяю все флаги, все. Твоем осколке... В моем осколке появились вмятины? В каком? А, вот в этом. Конечно, появились, потому что я бьюсь, блин, против своих, которые восстали. Это просто жесть какая-то. Как всегда, я воюю против себя самого. Так, надо здесь, кстати говоря, расчистить территорию на всякий случай, если все-таки придется защищаться. Хотя, с другой стороны, если здесь не будет моста, хрен он так просто на меня здесь нападет. Если подумать. Так, вот это, да, надо снести. Просто внизу вот эту вот часть разнесем внутри, которая у нас. Хотя вот это тоже неплохо бы. Ладно, давайте все здесь снесем. А потом перепроектируем, как нам больше нравится. Так. Так, ребят, вот этих выпустим сюда. Что у нас тут? Ёлки-палки. Охренеть вообще. Довольно интересно все это выглядит. Так, здесь у нас, кстати говоря, ребятки есть, которых можно пытать. И вопрос теперь, что мне делать со вторым осколком? Где он? Вот второй осколок. Надо его каким-то образом пронести. Каким образом его пронести, хрен его знает. Откуда я должен на него напасть, непонятно. Так, вон сейчас опять разведчики побегут. Надо здесь поставить один этот. Да? Хватит одного, интересно? По идее, хватит. Не, наверное, не хватит одного, надо несколько, наверное, сделать. Просто пока, чтобы он мне тут стену не ковырял. Да, чтобы ему жизнь малины не казалась. Да, потому что ковырять он должен будет это очень долго. И как бы мы немножечко сделаем убийство его импов. Да, пусть его импы потихонечку дохнут. Угу, да, это он все разворотил, да и пес с ним. Да, если его импы здесь будут дохнуть, особенно большого уровня, это будет очень хорошо. Все, ладно, один осколок мы пронесли, у нас куча всего. У нас, кстати говоря, где нам прекрасный товарищ? Вот этот. Что там с ним? Его покоцали? Да, его покоцали. Его покоцали, его... Да, подлечить его сильно много не получится, конечно, ну ладно.
А, и вот, и мост я забыл сделать. Пока я помню, что я хотел сделать мост, надо это сделать. Надо сделать мост вот сюда вот. Можно было бегать туда-сюда между этими штуками. Перемещаться. Так, все, ребята у нас теперь уже особо не проходят. Их тут всех благополучно вырезает. Они уже 5 уровня. Короче говоря, постепенно они будут становиться все лучше и лучше. У кого лучше защита, тот по идее и выиграет. То есть чисто в теории у него тут защита неплохая, но по идее у меня защита лучше. Но это теоретически. Практически не факт, что на самом деле у меня защита по-настоящему лучше, поэтому пока непонятно. Понятно только одно. Так, вот это вот надо сделать. И защитить здесь, чтобы меня не прорвались ребята вот сюда. Чтоб я мог очень-очень быстро, если что, заделать вот здесь вот всю защиту. Это 100% надо сделать. Остальное посмотрим. Короче говоря, в следующей серии мы попробуем найти путь к его второму осколку и к нему каким-то образом пробраться. Либо через его базу, либо, может быть, через вот эту базу. Непонятно пока. В общем, будем посмотреть. На этом все. Спасибо за внимание, удачи и всего вам доброго.